Здравствуйте, пошла Люся моя на курсы дизайнеров интерьера. И давеча мне говорит, хочу свои навыки у нас дома применить. Ну, думаю, кранты квартире. Спрашиваю, как тебе помочь, дорогая? Она говорит, иди в лес, принеси мне красивую ветку. Ладно. Принес я ее ветку, она заставила меня ее прикрепить к стене и привязать к ней штору. Зачем, спрашиваю, тебе эта коряга? Люся обижается. Это не коряга. Это нетривиальный элемент декора в скандинавском эко-стиле. Вот такой теперь у нас дома карниз висит. Гостям нравится. Ну, думаю, ладно, с женой спорить себе дороже. Проще простого.